9 золотых медалей в копилке россиян. В Якутске чествовали спортсменов, вернувшихся с чемпионата мира по масс-рестлингу. Он проходил 3 и 4 сентября в Кыргызстане. Всего в соревнованиях приняло участие 190 спортсменов из 33 стран мира. Чемпионат проходил в рамках Всемирных игр кочевников. Соревнования еще раз показали, что традиционные народные виды получили широкое распространение по всей земле. Спортсмены из Якутии показали высокий уровень, свидетельство тому 9 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медали.